Тагильский штангист занял 9-е место на чемпионате мира в Ашхабаде. Воспитанник клуба «Спутник» Егор Климанов дебютировал на соревнованиях. На турниру спортсмены разыграли комплект медалей в весовой категории до 96 килограмм. Тагильчанин набрал в сумме 378 килограмм. В рывке он использовал все попытки, зафиксировав 162, 167 и 168 килограммов соответственно. В толчке успешно справился со штангой весом в 205 и 210 килограмм, а 214 килограмм Егору не покорились.